Всем здорова, пацаны, с вами Аван, и вы уже догадались, о чем данный ролик будет. Хотел бы сразу извиниться за то, что не было роликов, просто я был занят, и там, ну вы понимаете, короче, с праздником вас всех. Ну, берите чаечек, и мы погнали. Сразу хотелось бы передать приветики игрокам, как Николай Макеев. Привет тебе. Также привет Каха902. Привет Костян. Он мне передал, кстати, 120 тысяч. Прям спасибо большое. Также спасибо Бро-Про. Ну, открывает нашу рубрику самых отстойных автомобилей на сервисе Мотрента BMW 335i. Почему мне так кажется? Потому что на данной тачке почти, во-первых, никто не ездит, во-вторых, она не едет, во-третьих, она некрасивая какая-нибудь. За такую сумму лучше взять какую-нибудь другую. Стоит у нас автосалон 2 миллиона 900 тысяч и 350 километров в час. Но это вы все, конечно же, видите на своем экране. На пятом месте это у нас Infiniti Q50. Цена салона 5 миллионов 100 тысяч рублей и 360 километров в час. Почему данная тачка мне нравится? Потому что у нее дизайн линии какие-нибудь не очень. За такую сумму я бы лучше взял все-таки другой автомобиль. Четвертое место занимает Ford Raptor. Ну, кто просто... Напишите в комментариях, кто вообще любит Ford Raptor. Но мне как бы... вообще, пикапчики не очень так уж нравятся. Больше мне такой седанный, универсалы такой. Ну, как и вам, джипы нормально. Но это идет как пикап, джип, но не очень, так как дизайн у него не очень. Едет он только 250 километров в час. И стоит он 4 миллиона. Это пойдет как раз к бездорожью. И насмотрим, да, скоро с обновлением выйдет новая карта по бездорожью. Так, и третье место у нас занимает Jaguar F-Pace. Вот скажите, кому вообще нравится этот Jaguar и кто вообще его покупал? Лично я его ни разу не покупал, он мне как-то не нравится вообще. И второе место у нас занимает, что вы думаете? Занимает нас Ferrari La Ferrari. Вот сейчас, наверное, обрушится на меня комментарии. Но это не точно, конечно же. Потому что стоит эта машина 38 миллионов 500 тысяч, почти 40 миллионов, едет на 450 километров в час. Я за такую цену лучше купил за 45 миллионов McLaren P1, который едет 500, и не морщил бы себе башку, и он лучше и красивее. И долгожданное первое место, что вы думаете? Правильно, это Nissan Silvia S13 Niva. Вот, честно, это такой отстой, просто отстой еще больше еще нету. Конечно, она стоит 550 тысяч всего и 260 километров. Для новичка это нормально, но скажите вообще, кому нравится данный автомобиль? И, честно, лучше было либо 240SX, ну, Niva это же 240SX и S13. Лучше было или то, или то. Но ее добавили, так как одному из разработчиков смотри, эта тачка очень нравится, ее добавили на сервер. Мне кажется, ее заменят. На этом все, вот такой вот топчик вышел. Напишите в комментариях, согласны вы с моим мнением или нет. Напишите еще тачки, какие вам не нравятся. Ставьте лайкосик, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Эван, всем удачи и всем пока, пацаны.